Всем огромный привет, Галамар, это город Екатеринбург, меня зовут Ирина. Пройдемся по посуде, посмотрим цены, что почем. Этот стенд я смотрю весь распродажный, все ценники красные, зеленые. Все практически в половину скинуто. Например, набор чайный 299 рублей. Black джинс, это целая серия здесь. Такая получается 20 сантиметров 419, 21 289 и 379. Она создается как эффект потертости, да, эффект старины. Главное, тут аккуратно. А слушай, они такие тяжелые. Блюда реально тяжелые. Практически у всех толщина приличная. Слушайте, что здесь, что здесь. И сама вот эта толщина, и где дно. Из этой же серии сахарницы, чайник и кружки, вот, 249, 399 и 599. Чайник заварочный 699 под стать чайной паре, которую в самом начале показала. Неудобно, что хвостика нету. Тарелка 359 рублей, ну, она уже не тяжелая. Красивая золотая окантовка. Шикарно блестит. Дорого-богато. Если это можно отнести к посуде из Галамарт. 339 рублей. Индиго. Насыщенно желтый цвет. Такая же чайная пара. 300 рублей. И чайник. Внутри не желтый. Сервировочное блюдо. Вот это вот 400. 359. Тарелка. Если продолжаем тему черного, очень много банок. И они такие матовые. И нелегкие. Стабильно низкие цены для сыпучих. Разные размеры, которые кручу-верчу. Она идет на литр 239 рублей. Далее 660 мл 200 рублей. И вот эти 425 175 рублей. 129, банка с крышкой 850. Боюсь, так до стекла все это доставать. Ну вот. Да, конфетница 99 рублей. Ну, кто хочет походить? Вот такую конфетницу, конфеток. И на полгода, да-да. Миниатюрная. Тоже для сыпучих наверху. 125,89 такой вариант. И 225. Блюда такие точно покупать надо именно сейчас, под Новый год они будут гораздо дороже. 559 идет за размер 29,5 на 25,5, высота у него 6. И 469, 31 на 20, тоже высота 6. Так смотришь, и когда уже обычные ценники, даже неинтересно, хочется именно красный рассматривать. Целая линейка участвует в распродаже. Сатоши написано. По 149 рублей. Поварёшка, ложка, шумовка, в общем, все.
Отделы для кулинаров, для вкусностей, различные формы силиконовой для выпечки. Участвует в распродаже обычный круг три цвета, диаметр 20, 89 рублей, в виде мишки 99 рублей. Какая еще по красной тут цене? Эти все по 349, 169. Вот лопатка. Ну, эти, не знаете, 35 рублей, они дороже не должны стоить. Это в Икее там обычно загибали именно цены на такую продукцию. Коврик термостойкий для противня силикон 119 рублей, 38 на 28. Остальные по обычной цене. Смотрите, какие маленькие терки, 79 рублей. Чеснок, да, натереть что-нибудь такое. Раз-раз. Плохо, что здесь нет силиконовой подставки. Может царапать поверхности. Не хватает ярких красок. Можно приобрести вот такую подставку. Здесь две штуки за 99 рублей. Диаметр 16. Это резина. И будет такое всегда солнышко, апельсинка. Такие по 79 рублей, тоже две штуки, 22 сантиметра, тоже резина. Набор контейнеров 3 штуки, 63 рубля. Вот такой вариант. Они небольшие. Здесь 330 грамм каждая. $219 идет за 5 штук. Набор банок для продуктов, завинчивающие крышки. Размеры разные. 1,4, 1,05, 0,75 и 0,55. Вот такая вот матрешка наоборот. Кружка мерная, пластик, 44 рубля. $200, вот такая термокружка по качеству, не знаю. Не очень-то мне эти термокружки нравятся. Но тут хотя бы нравится цена. Контейнер 129 рублей. На, упал 500 миллилитров. Термос с двуслойными стенками, зайчата с кружкой. 400 миллилитров, 139 рублей. Еще есть ручка, это как раз деткам давать. Еще клево. Ну, внешне клево, не знаю, насколько. Тут еще полипропилен, насколько он будет долго держать тепло. 129 рублей из этой же серии. Вообще 300 миллилитров вот так на раз. Так, не будем мешать покупателям. Красиво, кстати. Ой, так это сверху как будто лаком покрыто. Вот эти все блестяшки, они прямо ощущаются. 1149, такая акция по 9 августа. Все, ушли. Еще интересно тоже, мне кажется, больше для детей термос-кружка. 300 миллилитров, 329 рублей. 349 рублей термос-кружка, 350 миллилитров. Такие они все забавные, милые. Вот такая 179 рублей. Очень быстро остывает. Очень. Внешне, конечно, все сейчас красиво. По качеству разбираться, проверять. Только потом уже рассказывать. Все, на этом предлагаю попрощаться. Если вам еще интересны ролики с Галамарта, дайте знать. Ну а пока, до новых встреч и пока-пока.